Ряды Украинской морской партии Сергея Кивалова постоянно растут. Политическая сила находит поддержку не только среди жителей Одессы, но и области. В день воздушно-десантных войск в Подольске прошла областная конференция Украинской морской партии. На этих выходных в Одесскую область выехала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете далее. Результатом недавно подписанного меморандума о намерениях совместного участия в местных выборах между Украинской морской партией Сергея Кивалова и Одесским областным союзом инвалидов и ветеранов войны в Афганистане стало еще более интенсивное развитие политической силы в Одесском регионе. Так, в Подольске, бывшем Котовске, прошла областная конференция Украинской морской партии. Поздравил с избранием главу Подольской районной организации политсилы и вручил партбилеты однопартийцам лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Есть очень серьезные проблемы, и эти проблемы должны решаться на местах. Чем отличается наша политическая сила, знаете? А отличается тем, что мы хотим, чтобы депутаты районного, городского совета, областного совета были выдвиженцы именно, если это Котовск, они должны избирать себе местного депутата. Этот депутат должен быть авторитетный, чтобы его воспринимали хорошо, чтобы к нему приходили с разными проблемами, и он их разрешал. Ну вот, я смотрю, что авторитет, уважение воинов-афганцев здесь. Сергей Кивалов также принял участие в возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Визит в Подольск совпал с двумя значимыми для ветеранов Афганистана праздниками – Днем ВДВ и Днем пророка Илии, который считается покровителем воздушно-десантных войск. В этом году День ВДВ отмечают уже 90 лет. Также в этот день воины-интернационалисты и представители Украинской морской партии возложили цветы еще к одному мемориалу погибшим воинам недалеко от Подольска – селе Новоселовка. Отметим, что ветераны Афганистана идут в местные советы от Украинской морской партии, чтобы решать проблемы, накопившиеся за долгие годы в каждом районе, в каждом населенном пункте области. У нас проблемы, естественно, когда мы касаемся больше, встречаемся к вопросам инвалидов, к семье погибших, также к участникам боевых действий. Почему? Потому что законы прописаны, но они не работают, естественно, финансирование очень слабое или его вообще нету. Социальные проекты, которые уже много лет Украинская морская партия реализует в городе Одессе, теперь будут доступны и жителям Подольска. У нас есть договор, мы нам предложили идти вместе на выборы в местный совет с морской партией. И на сегодняшний день морская партия выполняет свои обязательства. Они предложили сделать социальный такой пакет. Бескоштовная юридическая клиника. Сегодня государство не в состоянии справиться со всеми проблемами здравоохранения, которые сегодня есть. И вот только активная гражданская позиция таких людей, как Сергей Васильевич Кивалов, как члены Украинской морской партии, позволяют нам сегодня давать значительные медицинские сервисы жителям Одесской области. Лидер Украинской морской партии также посетил местный рынок. Проблемы жителей Подольска такие же, как и во многих городах Украины. Отсутствие работы, низкие заработные платы и мизерные пенсии, которые ставят пенсионеров перед выбором. Оплатить коммунальные услуги или купить продукты, чтобы элементарно выжить. Именно поэтому Сергей Кивалов уверен, что представлять интересы Подольска в районном, городском и областном советах могут только местные жители, которые живут здесь и досконально знают о всех проблемах города. Такие люди достойны быть кандидатами в депутаты местных советов, а Украинская морская партия Сергея Кивалова будет оказывать им всестороннюю поддержку.